Всем привет! Вы на канале «Деревня в Подмосковье». В последнее время мне часто стали задавать вопрос, почему я редко показываю Мишку и как его состояние здоровья. Большое спасибо, что интересуетесь моей любимой собакой о его здоровье. На сегодняшний день Мишка пребывает не в очень хорошей форме, а точнее сказать, у малыша не работают задние лапы и очень плохо видит. Но давайте по порядку. Не так давно, напомню те, кто недавно смотрит мой канал, моего Мишке отказали задние лапы. Мы сделали ему операцию на позвоночник, он вроде как пошел на поправку и как бы даже стал ходить. Но время нашей радости было недолгим, так как через некоторое время он практически перестал ходить. Я стал готовить его ко второй операции, причем с учетом МРТ, вторая операция по стоимости должна была выйти в районе 100 тысяч рублей. Но дело не в деньгах. Сделали мы МРТ и отдали врачам из института хирургии, который нам посоветовал знакомый. Я почему-то на 100% был уверен в успехе данной операции, и что именно они ему помогут, так как ни одну собаку поставили на ноги. Посмотрев результат МРТ, сказали, что шансов 60 на 40, но давайте вашу собаку обследуем. Привезли мы мопса в больницу, в клинике собрали целый консилиум, но к нашему разочарованию результаты были плачевными. Обследовав собаку, вынесли решение, что задние конечности атрофированы, так как у собаки полностью отсутствует при сжатии конечности болевые ощущения. То есть мозг не получает информации, потому как попросту задняя часть просто не работает. Я долго не решался записать данное видео, так как для нас и, думаю, для многих достаточно болезненная информация. Но в любом случае большое спасибо, что интересуетесь Мишкой.